Всем привет! По выставочным пространствам моего маленького городка, городок мой Санкт-Петербург, достаточно такой неплохой, давно уже в нем живу. Ну так вот, мы пришли на выставку в Ирарте. Такой большой комплекс, где проводятся различные выставки, временные, постоянные выставки. Но я люблю временные выставки, потому что постоянно они, конечно, пополняются, но временно мне более интересно. Я стараюсь туда ходить достаточно часто, и это просто интересно. Так вот, здесь проходит выставка Владимира Семеновича Антощенкова. Антощенкова или Антощенкова, ну, к сожалению, вот не знаю, какое ударение. Это представитель ленинградской интеллигенции, архитектор, преподаватель СПБ ГАСУ, скульптор, график, музыкант. Кстати, он играет на блокфлейте. Такой разносторонний человек, ведущий архитектор Ленинграда, ведущий архитектурный фотограф Ленинграда, Петербурга. Кстати, на его счету более 10 альбомов фотографий Ленинграда. Я, когда смотрел некое описание про него, я посмотрел в интернет, действительно очень красивейшие фотографии нашего города. Просто он молодец какой-то. Вот, конечно, он знаток геометрических фигур. Выставка называется «Метаморфозы куба». Увлечен графикой, конечно, морфологией геометрических фигур, которая приводит к созданию пространственных компьютерных композиций и основан на них скульптур. Интересная выставка. Вот, я не знаю, вот, я всегда по-честному стараюсь говорить. Вот, мне она понравилась. Вот как говорит автор. Куб – это геометрическая фигура номер один. И если попросить любого человека назвать какое-нибудь геометрическое тело, то, конечно, всего будет упомянут куб. Классическая детская игра – это кубики. Ну, все мы помним, да? Объем различных веществ и материалов измеряется в кубометрах. Если куб растянуть в одном или двух направлениях, то получится параллелепипед. А, конечно, роль параллелепипеда переоценить невозможно. Мы все живем в параллелепипедах. Это наши дома. И, естественно, куб можно трансформировать. Трансформировать по-разному. Вот посмотрите, здесь действительно метаморфоза трансформирования куба. Просто интересные геометрические фигуры, новые какие-то композиции, какие-то новые геометрические тела. Вот результаты всех этих исследований, ну, если можно так сказать, вот они представлены на выставке. Да, действительно, как говорится в анонсе, эти результаты могут представлять собой эстетическую ценность. Они используются в архитектуре, дизайне и существуют как самостоятельные объекты. Что еще рассказать? Надо просто сходить на выставку, посмотреть. Я не рекламирую Ирарт, нет, ни в коем разе. Просто там действительно красивые выставки, и почему не провести время в окружении каких-то интересных картин. Это, конечно, интересно тогда, когда это интересно самому человеку. А если это, знаете, сходить для того, чтобы сходить. Ну, в общем, вот я вам показал выставку, она называется «Метаморфозы куба». Она проходит в Ирарте. Владимир Семенович Антощенков, представитель ленинградской интеллигенции, фотограф, музыкант, ну и вообще просто очень, видимо, интересный человек. Наверное, студенты его любят. А преподает он в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Все. Всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч, пока-пока. Кто досмотрит, тот молодец, кто не досмотрит, ну, тот не досмотрит, пока.